Так, все сели прямо. Я тоже буду включать музыку. Это будет православная музыка. Я не православный человек, но это не имеет значения. Если у нас одна цель, то мы будем любить и радоваться любым людям, которые занимаются духовной практикой в любой традиции. Это хор братьев Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. А само пение называется «Богородица, Девы, радуйся». Оно мне очень нравится, потому что оно соответствует тому настроению, которое я все культивирую. Когда мы прославляем Бога и думаем о Его радости, а не о своей, это самая возвышенная молитва, которая только может быть. Выше не бывает. Так мы настраиваемся на голос этих монахов, мысленно кланяемся святому человеку, о котором помним в сердце, и повторяем: «Я желаю всем счастья». Что значит настраиваться на голос? Это значит в этом же настроении повторять: «Я желаю всем счастья». В этой эмоции, чтобы подложка была, не дети голодные и пора уже уходить с лекции, а внутри, чтобы было чувство такое же, как у этих монахов, и вспоминайте святого человека, с которым бы вы хотели связать свою жизнь. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье, 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 я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье, 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 я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю
всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого лучшего и светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Пусть Господь позаботится о вас. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.